Это так называемый исторический центр города, города Петропавловска-Камчатского. Это Никольская сопка. Еще одно ее название, довольно романтичное название, это сопка любви. Никольская сопка расположена на территории, являющейся историческим центром города Петропавловск-Камчатский. И именно здесь, в подножии Никольской сопки, располагалась вторая база Камчатской экспедиции, с которой, собственно, и началось градостроение. До революции на Никольской сопке любая хозяйственная деятельность запрещалась, но в 1920 году комсомольцы начали делать здесь дорожки для прогулок и вообще как-то облагораживать места данной сопки, потому что они понимали, что это исторический центр и люди будут собираться здесь на прогулки и проводить так или иначе свой досуг. В 1937 году на Никольской сопке там наверху был открыт свой парк культуры, в котором находился аттракционы, танцплощадка, своя дискотека. В дальнейшем на Никольской сопке появились рестораны и маленькие кафе. И это стало местом досуга для местных жителей. Здесь праздновались такие дни, как День военно-морского флота, День рыбака. Собирались народные гуляния и отмечались именно здесь, на Никольской сопке. В конце 1960 года парк культуры и отдыха на Никольской сопке потерял свою актуальность. И люди стали собираться на городской площади, которая находилась немного севернее Никольской сопки. Сейчас эта площадь называется центром города, там установлен памятник Ленина и краевая администрация. В 1983 году Никольской сопке был присвоен статус «Памятник природы».